дополнительное время. К сожалению, немного проседает у меня интернет сейчас, в данный момент, поэтому, вот, например, сейчас стрим у меня вылетел, но переподключился сразу же, однако, видимо, неприятный осадок остался. Я думаю, такого больше не повторится, по крайней мере, я на это надеюсь. Банят Некрофоса. Я не понимаю логики действий Grove Cods. Банят Андерлорда. Кстати, я удивлен, что он не появился в пике, и его все-таки забанили. Я вообще думал, что он не появится здесь. Ни в пиках, ни в банах. Это было бы для меня большим откровением. Но мы увидели, что все-таки он появился. Осталось 5 секунд. Спиритбрейкер залетает. Спиритбрейкер. Еще один жирный персонаж под лайфстилер. Что они хотят? Они хотят... Я не знаю, просто такое чувство, что у них не один лайфстилер, а 5 в команде, что они под... Они все берут под него. Не, ну это на самом деле очень жестко. Та же Дроу Рейнджер, она будет люто страдать. Любой здесь будет персонаж, наверное, страдать от такой штуки. Тем более лайфстилер против вот таких жирных персонажей заходит просто идеально. Баланар при определенных условиях для него будет вообще одной большой аптечкой. И Faceless Void. Последний пик групп Cods это Faceless Void. Сложно мне сказать что-то конкретное по этому пику. А еще я не могу... О, наконец-то. Сейчас уже, наверное, матч начнется, у меня только открылся Шерекс. Это вообще, это законно, ребят? Я, наверное, даже сейчас не успел сфоткать. Я надеюсь, что успел. Как всегда, все провисает. Спасибо, Valve, за патч 7.0.0. Но я не успеваю почему-то заскринить сейчас всю эту гадость. Или я успею заскринить? Я не могу понять, все виснет. Да, все-таки успел заскринить, это меня радует. Господи, это просто жесть. Только сейчас все это отвисло. До сих пор не понимаю, куда делись вот эти штуки с графиками. Я их не вижу. Дайте мне мои графики. Я не могу без них нормально комментировать. Я не вижу макро-ситуацию на карте, ни экономику, ничего не вижу. Как так можно стримить, в принципе? Ладно, окей. Начнем с команды, это, если я не ошибаюсь, Team Avernus на первой позиции, Evil Vlartos. Или Vlpapich, так называемый. Будет он играть на Найксе. Мид занимает... как же это прочитать? Кёйнинг или Койнинг? Он будет на Шторм Спирите играть. Оффлейн занимает Пранкер. На Слардаре. Два саппорта. Коноха на Дизрапторе. И Кот Симон на Спирит Брейкере. Команда Group Cots. На кэрри Даши будет, видимо. Или нет? Ну, видимо, на кэрри на Эмбер Спирите будет играть Даши. Дроу Рейнджер, мидлейн, это Смайл. Оффлейн, Мейстер Франц на Фейслес Войде. И два саппорта. Огр Мак, на котором играет Асихеро или Ачихеро. И Максим Касс, который играет на Найтстокере. Проставили Vision, здесь вот есть два вардика лейнинговых, довольно хороших, кстати, варда. Первый палит обстановочку, второй палит обстановочку довольно хорошо.
Хотя обычно я, например, предпочитаю ставить вард вот сюда. Не знаю, как это показать. Вот сюда я ставлю вард. Обычно он позволяет полить также вот эту. Вот эти кусты и вот эти, в общем, полезные. Ну, этот вард тоже неплох, он палит тоже довольно много, плюс может... Не знаю, что он еще может. Ну, по крайней мере, вот речку он точно палит, и выходы с речки, например, будут увидены заранее. Ну, пранкер поставил стандартный вард на вижн, он палит руну, он палит вот этот спот, он палит вот этот подход к крипам, и вот тут же уже... Огурмак начинает пулить зачем-то. Ну, такое. Причем еще делает одиночный отвод. Сейчас он пропушит линию. И здесь Слардар спокойно получит эксп. В принципе, ему даже не стоит здесь особо напрягаться. Против него стоят три милишника. И здесь, ну, как бы милиш на трипла, это обычно фри экспириенс. Второй вард я, кстати, не вижу, где стоит второй вард у команды. А, снял, кстати, с энтри вардом здесь Квенинг вард этот. Собственно, у него. Постоянно что-то пингует Баратрум, видимо, чего-то хочет, что ли. Он постоянно чего-то хочет. Слардар спокойно сейчас здесь уже получает второй уровень. Войд первый, Войда зонят, причем зонят его серьезно, но лайн подпушивается в его сторону. Оранжевик уже здесь, значит, здесь он сейчас будет где-то получать уровень и скоро получит уже второй свой. Постоянно пингуют что-то, они постоянно что-то пингуют и не могут разобраться между собой. Что? Что они делают? Господи. Открылась какая-то икота. Какая гадость. Я не знаю, что со стримом. Кажется, стрим не проседает. Это меня уже радует. А мы смотрим тут. Ох, какой сейчас выход был. Вылетел Баратрум, прилетел Дизраптор, убили Дроу Рейнджер. Не знаю, ставить Дроу Рейнджер в мид вместо Эмбера. Это большая ошибка, как мне кажется. Все-таки у нее эскейпа нет. И против таких персонажей, как Баратрум, она умирает очень спокойно. Если считаю, не особо бы правильно поступили ребята из Grove Cods. Здесь вылет. Братрум уже улетает. Войда. Войд разменивается, получает башек и уходит с таймвока. Все нормально. Смайл немного подфармливает. Но в миде он все-таки сильно уступает Шторм Спириту. По Клипсату почти в два раза уже уступает. Приходит Огрмаг. Ходит Огрмаг, закидывает Ignite и все. Квенинг сейчас просто съест танка последний, у него уже есть ботл, его в принципе все устраивает, жизнь прекрасна, все дела, он еще вард поставил. Слардар стоит, четвертый уровень. Войда, кстати, тоже четвертый. Видимо, не особо справляется сейчас оба изи-лейна со своими хардлайнерами. В принципе, Войда мало что здесь может потревожить. Слардар так вообще против троих милишников стоит. Я могу ошибаться, но, наверное, у него даже фарма больше. Да, у него денег больше, там, на 600 монет. С копейками, на 700 почти. Здесь ситуация полностью хорошая и полностью устраивающая обе команды. В плане оффлейнера, конечно, в плане того, как стоит сложная линия. Ну, лайфстиллер оставили одного, лайфстиллер сейчас очень долго замахивается, но все-таки крипа убивает. Начинает также подгрызать Войда. У Войда еще есть два тангуса, Фейри Файр, у него здесь, в принципе, все хорошо. Ходит наш Райн Дроу Рейнджер, пятый уровень, ничего нет. И сейчас вот потратил зачем-то таймвок Фейслис Войд, и он может умереть, если Лайфстиллер все-таки пойдет до конца, а он до конца идет, но нет, все-таки нет, забирает. У него есть фейзы, и он делает соло-килл, убивая Фейслис Войда. 2-0 в пользу команды Team Avernus. Стоят саппорты.
Саппорта оставили своего кэрри. Кэрри делает соло килл. Все может... Все просто замечательно. Центральная башня сил света атакована. Стоят саппорты, счет 3-1, и немного отвлекся. Все, в принципе, хорошо. 3-1 счет. Нормально играют обе команды. Центральная башня сил тьмы атакована. И здесь, наверное, сейчас умрет Дроу Рейнджер. Влетает Спирит Брейкер, влетает на большое количество маны, довольно Шторм Спирит пытается добить. Почему-то не стал он юзать Ремнанта. А так бы, я думаю, мог убить. Тут подрезали, кстати, Курьера, но в Курьере не было ничего. Вообще, как это можно восстановить все? Я хочу это восстановить, пока на карте все равно ничего не происходит. Я хочу это восстановить все. Где вот все эти штуки, которые были раньше? Я реально не вижу этого сейчас. Раньше было. Что такое Смундрак? Нет, не то. Вообще не понимаю, как теперь делать это все. Не было дворской каст, автокаст. Все не то. Да, ну я не знаю. Чардж в Эмбер Спирит, а Эмбер Спирит здесь умрет, у него нет. Ох, хорошо, он сейчас, кстати, связал, но он здесь все-таки встрянет и умрет, наверное, да, сейчас будет станчик. И здесь Эмбер Спирит отлетает. 4-1. Здесь, наверное, все-таки разменяются сейчас на Слардара. Слардар умрет или нет, влетает Баратрум, ставится еще один Кинетик Филд. Нам нужно называться и глимсует еще дизраптор, не давая Найтстокеру уйти с ТП. 4-1. 5-1. Вновь убивает лайфстилер соло. Квест-свойда. Не знаю, будет ли еще что-то. Вряд ли. Пока что продолжу искать. А так почему я это не вижу теперь? Я не могу понять. Я не могу понять, что происходит. И как это теперь мне исправить. Спектатор. Фэнтези скор, позишн. Ничего нет. Я не вижу ничего. Как мне это найти? Харвест статс. Я чувствую пламя моих цепей. Ну я не знаю, где она находится. Блин, как теперь здесь все это делается? Я не вижу ничего. 5-1 счет, все идеально практически сейчас. Тут, я не знаю, блин, где она? Я не могу так и правда комментировать. Ну что за дела? Не могу ни камеру поставить там нужную, может быть. Посмотреть что-то от лица игрока. Кстати, еще раз умирает Эмбер Спирит. Очередной килл для Лайфстилера. Зачем-то подрубает ночь Баланар.
хотят, видимо, подраться, но сейчас здесь еще умрет Огр Маг, счет 7-1 уже, даблкил для Лайфстилера, у Лайфстилера все идеально, просто идеально, полностью переигрывают Тим Эверну своих противников. Влетает сейчас еще Эмбер Спирит, он хочет еще раз нафидить или что он хочет, я не могу понять, у него нет практически ничего, только-только он получил 6-й уровень, чем ему драться тоже неизвестно. Он просто колоссально уступает по нетворсу сейчас. И, блин, как это исправить? Ну, я не знаю, правда, что за дела? Умирает все-таки Слардар. Задавил, как я понял, да, здесь был Слардар, его все-таки добили. Через хроносферу его убили, через хроносферу. Так вот, ребятки, тратим хроносферу в Слардара, чтобы хоть как-то выровнять положение. Угу. 7-2. А что они будут делать? Счет 7-2. Положение не самое лучшее у команды. Гробкот, да еще и по фарму сильно уступают. Ну, я не знаю. Прожали смог. Они хотят выйти убить Лайфстилера. Идут всей командой убивать Лайфстилера. Лайфстилер этого не замечает. Ему дают гаст и начинают настреливать. Глуповато сыграл сейчас на самом деле Лайфстилер. Не успел спрятаться и умер. Килл достается Волонару. Волонар тоже покупает себе урну. 7-3. Ну, два соло килла на загулявших персонажей они оформили. То есть не два соло килла, а два килла соло таргета на загулявших персонажей. Ну, это отличный результат на самом деле. Постепенно отбиваются они, и все хорошо. Но все равно я это не вижу, где это может находиться, я не могу понять. Как мне вновь вот вырубить вот здесь вот, вот такую штуку? Что здесь не так, но... А вот я снова пропускаю, он здесь убивает Дроу Рейнджер, убивает еще Эмбер Спирита. Я не знаю, короче, нужно будет поспрашивать у знающих людей, как это теперь настроить. Потому что оно же явно где-то есть, я видел даже на скринах, тут минус 4 оформляют, кстати, Дизраптор. Забирает килл себе. Ну, тут видим просто плюс 1200 голды. Проюзано было довольно много чего. Ну, ради 4 киллов и 1200 монет на 13 минуте это результат хороший. Таких трат не жалко. Ну, у Лайфстилера есть Ogre Club. Фейзы, Блайтстоун Армлет, просто стирает он Дроу Рейнджер. Да. И сейчас собирается команда вместе, они могут спокойно идти пушить, продавливать и уничтожать своих оппонентов. Здесь все-таки сейчас зацепят Дизраптора, Дизраптор успевает отправить домой Эмбер Спирита, начинает грызть Лайфстилер всех под рейджем, но все-таки выживает, внезапно выживает Найтсталкер. Здесь вообще парни подразошлись немного. Оркет Малевелент ставит себе Квеннинг. По артефактам все хорошо по нетворсу. Сами видите, топ-3 занимают ребята из Team Avernus. Мега бедным бегает Огр, даже тапка нет. Я сейчас все-таки привезет себе тапок. Да, тапок есть уже. Берет себе тапок, но здесь умирает Лунар. Его просто без вариантов убили. Без вариантов просто. 13-4. Да, шикарно бафает коррозив хейзом. Слабдар, точнее дебафает. Ну, тут же лед, стан. Ставится ультимей дизраптора, минус 2. Ребята просто играют в конвейер. Эмбер Спирит пытается нафармить себе Вейл оф Дискорд. Не лучший выбор для турнирной игры на самом деле. Особенно, когда команда проигрывает с таким счетом. Ну, это, честно, чушь полная.
Ладно, в принципе, ну такие пабовские эмберспириты через дискорды, октарины, как бы они заходят, в принципе, более-менее, да. Но здесь как бы знают, как играть против такой штуки обычно. И более востребованными становится как раз... Ой-ой-ой, какой неудачный купол Войда. Он никого не зацепил в него, кроме своего же, кажется, персонажа. Или Слардара все-таки зацепил и так не увидел. Но сейчас тут просто начинается развал. Вортексом подцепили сейчас Баланара. Начинает дальше накидывать с руки вот такими тычками по 150 Тевил Влартас. Минус. Вышка. Все плохо. Видим еще плюс. Деньги. Дроурейнджер умирает по кулдауну. А сейчас тут можно на развороте попробовать что-то оформить. И, видимо, они это и будут делать. Да, влетают. Баланар умирает здесь. Здесь он умирает без двух вариантов. Пытаются еще зацепить Огр Мага. Нет хроносферы, это нужно понимать. И можно было бы идти дальше. Но не стали идти, решили все-таки зайти на Рошана. Да, есть Corrosive Haze, уже второго уровня он. И можно заходить, убивать, после чего сносить все, что угодно, в том числе трон. Нет, не стали идти, или что, не, или они хотят сначала отхилиться, а потом идти. Наш Райна. Лайфстилера немного бьют вот эти новые крипы. Праулеры, они, кажется, называются, да, праулеры. У них есть очень неприятный спелл, который дает и рут, и минус броню. В принципе, это лайфстилера не особо касается, но бить, правда, они не дают. Насколько я знаю. Ну, собирать себе дизоль. У него будет дизоль, тут сносят вышку. Не знаю, лучше бы пошли на Рошана. Такое-то преимущество. Взять, просто пойти на Рошана, забрать его, да идти прям по миду, сносить все прям до трона. Тут ничего ребята из команды ДР не сделают. Падает вышка. Падает вышка. Эвил Вартас забирает еще и эту вышку. У него уже 8800 нетворса. 5-5-5-3-5-3-5. Начинается файт. Влетают. Снова инфест-бомба была, да. И ставится статик-шторм. Идеальный статик-шторм по троим. Минус все, наверное, будут. Да, минус все. Минус 5-22-4 счет. Трипл килл от лайфстилера. Мы видим просто тотальное доминирование. ПП написали, потом написали ГГ, но вот будет ли официальный GG, я не вижу. ПП, ПП, ГГ, ПП, GG. ГГ написали. Дровкоц, наверное, это все будет, да? Или все-таки до конца? Ребятки, фейк ГГ. Ну да, мисс кликнуть 4 раза, это нормальная ситуация. Тем более мисс кликнуть сразу по клавишам. Ну, смотрим, все-таки, наверное, для групп Коц это последняя игра на этом турнире. Пускай поиграют, пускай. Все-таки еще поборятся, подефуют. Ну, правда, здесь сложно сказать что-то, ибо очень слаженно играют Team Avernus. Они просто засмолболены до нельзя. Уже Дизраптор обгоняет Эмбер Спирита вражеского по Нетворсу. У него есть вот уже Глиммер Кейп, господи. Он сейчас еще Дагон, наверное, соберет. Ну что, можно ли дефнуть это? Есть хроносфера. Есть хроносфера. Проюзали скан, ребята, видят они Войда. Все отступают. Точнее, отходят, чтобы не попасть в купол. Держат позицию. И ловят, видимо, Войда. Войд умирает. Вообще без вопросов умирает Войд. 24-4. Ну что ж. Сейчас будет заход на рампу. А будет ли? Или все-таки ребята сейчас сломаешь раны, потом пойдут на Рошан и будут заходить. Мха, они будут. Просто, они просто слишком сильно будут тянуть время, я считаю. Падает. Все падает.
Еще деньги. Много денег, миллиарды денег сейчас у Team Avernus. Зачем-то юзнули смог. Ну да, тут по фарму все совсем печально. Все пять персонажей Team Avernus обошли всех пятерых персонажей. Гробка вот по фарму. Просто по нетворсу. Сейчас даже Баратрум опережает Эмбер Спирита в своего дискорда. Ну, сейчас он еще хочет взять себе Блейд Мейл. А что это было? Что он делает? Mask of Madness. А, ладно. Не лучший выбор, конечно, но... Может, это уже какое-то отчаяние у команды. Сложно сказать. Потому что играют они сейчас, ну, гораздо более слабо. Верхняя башня сил света. Это видно практически во всем. Сейчас они будут просто стоять, видимо, как-то попробовать отдефать рампу. Ну, сейчас вешают коррозив хейс на Рошана, Рошана забирают. Станчики прилетают такие мощные. Рошан падает достаточно быстро. 5 минут есть. У... Тима вернусь, чтобы спокойно взять и завершить игру. Они идут вперед. Бежит Смайл. Смайл бежит, его видят. Сейчас могут подцепить, скорее всего. Будет ли Вижн? Нет, Вижна не будет. Дизраптор уходит в Глиммеркейт. Начинается вот этот бешеный влет. Просто с инфест-бомбой начинается полный развал. Минус 2 оформляют быстренько. Просто считанные секунды стирают четверых персонажей команды Grove Cods. Пытается убежать Эмбер Спирит, его догоняет, замедляет Эвил Влатос, прекрасно он играется с армлетом, оформляет трипл килл, два байбека от команды Grove Cods, выбивается Эджис вышками из лайфстилера, сейчас будет, видимо, гаст, да, есть гаст, все-таки гастом смогли зацепить лайфстилера, закидывают в него Винайт, продолжают настреливать, но все это, в принципе, бестолку, поскольку здесь еще есть пассейв, тут есть урна у Спиритбрейкера, который ставит себе еще Демон Эдж. Я не знаю, что он... А, он рапиру хочет себе взять. 29-4. Эмбер Спирита нет. Все-таки ребята довольно быстро резнулись. Не знаю, там что по байбекам. Правда, двое байбекнулись, кажется, точно. Вот эти парни Войд и Баланар, кажется, нет. Они просто пришли позже. Да какие там деньги будут, господи. Ну, сейчас... Что они хотят? Хотят зайти на следующую сторону? Нет, они проюзли смок и, видимо, выйдут сейчас, убьют Дроу Рейнджер. Но сейчас очень неудачно Дроу Рейнджер подставляет двоих своих тиммейтов под шикарнейшим статик штормом. Умирают сразу трое, умирает еще один персонаж. Это Фейслис Войд пытается выжить Даши здесь, но его сильно пробивают. ГГ наконец-то пишет Войд и, видимо, это все. Видимо, это все. 34-4. Просто настоящий развал. Очень-очень сильно отыграли ребята из Team Avernus. Практически не ошибались. Пытаются писать ГГ, 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 ГГ. Эмбер Спирит ливает из игры. Все сносят. Пишут ГГ, но кто-то не хочет этого ГГ, как я понял. Поэтому игра продолжается. Отбиться до конца, поставить купол. Купол, кстати, залетает в двоих, но этот купол ничего ровным счетом не даст. Вновь умирает Угрмак, умирает Найт Сталкер, все-таки умирает, уходит Слардар с блинка, уходит, все нормально. Тут какой камбэк сейчас может быть, наверное, Шторм Спирит, потому что умирает. Дроу Рейнджер настреливает дальше, продолжает кого-то убивать, но тут глиммером сейвят Баратрума, начинают бить Эвил Влартаса, Эвил Влартас спокойно отходит. Сейчас тут, в принципе, ему могут помочь, наверное. Если все-таки развернуться, то могут помочь. Ну, уходит он спокойно через инфест в крипа. Минус 2. Да. 37-5. Но просто за один килл Шторм Спирита отключенному Эмберу дало 1100 денег. Отключившемуся Эмберу 1100 денег.
наверное, самый бесполезный килл, самое бесполезное снятие стрика, которое только могло быть. Мне же кажется, был стрик, да? Или нет? Я могу ошибаться, наверное. Да, был мегакилл у него, и там плюс еще бешеный нетворс. Покупает себе кровокамень Шторм Спирит. Хочет еще взять. Что? Ну все. Здесь все, собственно, судить не о чем больше. Эта игра уже выиграна. Капитан у нас не верит. Да, сложно. Сейчас на третью сторону просто ребятки зайдут, и у Флартас вообще там танкует, у него все солдки раз. Ребра вообще сильный артефакт. Лордара сейчас летает просто, вот это шикарно сыграно, вновь минус 2. Ломает последнюю сторону, да ребят, хватит уже меня мучить себя. Тут все решено, в принципе. А у Баратрума есть рапирка, есть все-таки рапирка у Баратрума. Вот так вот, саппорт Баратрум с рапирой, 9900 нетворса, 26-й минуте. Ну, что сказать, мне сказать нечего. Ну... И просто сносится уже трон. Ну что сказать, я не знаю, как там сейчас играют Steam Rage и Гей Гармоника, но скорее всего Team Avernus, учитывая то, как хорошо играет Rage Team на этом турнире, выходят в основную часть, с чем мы их можем поздравить. А вот парням из Drop Codes стоит, наверное, ну что это такое, ребят? Я уже ничего не хочу писать, просто это неправильно, это они делают очень-очень неправильно. Вот, ну, вот, хочется пожелать хотя бы просто нормально собираться, нормально играть и попытаться выиграть своих противников. Потому что такие матчи, их проводить в принципе нельзя. На этом все. С вами был Реджой. И встретимся на новых трансляциях турнира Reincarnation Cup от Террор Лиги. Всем пока!